Здравствуйте, друзья рыболовы. Ну вот наступило такое время, когда мы вынуждены с вами сидеть дома, в самоизоляции так называемой, в связи с пресловутым коронавирусом. Вы могли заметить, что я в своих роликах практически не касался этой проблемы, я и не хочу ее касаться, потому что как профессионал-эпидемиолог, я имею свою точку зрения на все это. Но бог с ними. В конце концов, есть руководители государства, и пусть они решают, как лучше выкручиваться из этого положения. Но у нас с вами проблема. И вот для того, чтобы как-то несколько успокоить своих друзей-рыболовов, я хочу снять не совсем обычный ролик. Дело в том, что в свое время в журнале «Рыболов» у меня была размещена статья в разделе «И в шутку, и всерьез», где я как бы проводил классификацию наших рыболовов в зависимости от многих причин. И вот я решил, немножко отредактировав, эту статью превратить в ролик. Я буду использовать в своем ролике фотографии из интернета, не свои. И заранее хочу извиниться перед авторами этих фотографий за то, что я их использовал без разрешения. Вот давайте сейчас перейдем к этой статье и к этому ролику. Да, мы разные, хотя подвержены одной страсти. Кто-то с детства, кто-то присоединился в более поздном возрасте. Армия рыболовов росла и множилась до последнего времени, пока водоохранный и рыбоохранный террор не стал прогонять людей с водоемов. Мы разные. Но какие-то общие черты нас то объединяют, то разъединяют. Так какие же мы рыбаки? Рыбаки от Бога, рыболовы с врожденной способностью к рыбалке, а может быть приобретенной в очень раннем возрасте. Они и сами не знают, что очень отличаются от прочего рыболовного братства. Это самая занятная группа. Ловят много везде и всегда. Причем логику своих рыболовных действий зачастую объяснить не могут. Просто знают, что сегодня нужно ловить язя в проводку под обрывистым берегом, а завтра берут в руки спиннинг и отправляются на небольшую шуструю речушку за щуками. Ловят и сегодня, и завтра, и лещей, и щук. Как правило, не имеют определенной рыболовной профессии. Ловят то, что ловится в настоящее время и в конкретном месте, и, скорее всего, имеют неизвестные науки рыболовный орган чувств. Твердо знают, когда, где и на что будет ловиться рыба. Они малоразговорчивы, но отзывчивы. Стеснительны настолько, что кажутся странноватыми. Не навязывают своей точки зрения, справедливо полагая, сколько рыболовов, столько же имеется правильных мнений. На вопрос «как улов?» в основном следует ответ «да поймал немного». Ну, немного это килограммов 8-10. А вообще, рыбаки от Бога очень славные ребята. Все тебе расскажут, покажут, помогут, поделятся снастями, только лови. И это, похоже, доставляет им большое удовольствие. А сами мало у кого что-то перенимают. Просто все знают, только не знают откуда. Родились с таким знанием. И на браконьерство их не собьешь. «Да я на удочку больше поймаю», – следует ответ на провокационные рассказы о битком набитых сетях. И поймает практически всегда. Берет в руки удочку каждую свободную минуту, при возможности готов жить на берегу постоянно. Где они ловили, определить практически невозможно. Следов после себя они не оставляют. Но таких немного. Как говорится, товар штучный, редкий и дорогой. Драгоценный даже.